Со стычки между судебными приставами и жильцами дома началось сегодня утро на Казанской улице Приволжская. Одни не хотели покидать родные квартиры, а другие их выгоняли, причем силой. Одной женщине даже понадобилась помощь медиков. В чем причина массового выселения, пыталась разобраться Екатерина Белалова. Ни слезы, ни мольбы уже не помогут. Галина Хасанова даже за таблетками в родную квартиру зайти не может. Судебные приставы пришли их выселять. В таком же положении 4 семьи. Нервы сдают, здоровье подводят. У ребенка даже давление поднялось высокое. У другого температура лежит 40. Давайте пускай выкинут на улицу и лежат здесь. Выселяют 19 человек на основании решения суда. Приставы показывают его теперь уже бывшим жильцам дома. Суд решил, что дом аварийный и подлежит сносу. Законность этого решения обитатели дома не признают. А решение суда признано незаконным. Вы знаете об этом? Где именно? Покажите вот, мне решение суда. Вот, фальшивые что документы. Фальшивые это документы. Не еще же будет нету, суд. Исполнительный комитет Казани вместо аварийного жилья бесплатно предоставляет жильцам новые квартиры. Их можно приватизировать, никаких ограничений в правах. Но жильцов не устроил метраж квартир. В этой старой постройке нет практически никаких удобств. Отапливается здание печкой, бывают проблемы с водой. Но жильцы готовы оставаться в таких условиях, чем переезжать большой семьей в однокомнатную квартиру. Переезжать добровольно они не захотели и пытались доказать, что дом не аварийный, а ветхий. Это поменяло бы ситуацию, но суд не согласился с их аргументами. Мы вызывали комиссию из Москвы, платно сами нанимали. Все приезжали, все смотрели, все балки, все говорят, у вас, говорит, балки как новые еще стоят. И то есть дали нам полностью, он ветхий дом этот, а не аварийный. Бывшие жители дома по улице Приволжской, 106, собираются судиться и дальше. Но ездить на заседание им придется из новых квартир. Туда их перевезли принудительно. Дело дошло до крайности, и сегодня совершаются исполнительные действия. А притом надо отметить, что жители выселяют не на улицу, как, наверное, многие раньше думали, а уже в готовые жилые дома, которые гораздо лучше, чем вот этот, который 55-го года постройки. По улице Межевая, разнозначной площади, квартиры предоставлены исполнительным комитетом города Казани. Судьба этого дома решена. Снос тоже ждет и соседней постройки. Екатерина Белалова, Алексей Захватов, Вести, Татарстан.